И всем привет, с вами Макс Риск. Скажу сегодня, что такое зал чудес в игре Age of Apes. Зал чудес. Первых, вы... Вы вставляете реликвии, которые вы получаете в зал чудес. Потом покажу, что получить усиление за демонстрацию. Второе, когда вы получаете реликвию. Реликвия такая то штучка, ну в общем, типа того, в пирамиде есть такая реликвия, выставка. Когда получаете реликвию, вы автоматически получаете усиление этой реликвии. Автоматически, ну да, понятно, я вам уже показываю, покажу еще раз. Существует различные категории реликвий. Соберите все реликвии в категории и повышайте звезд уровня до указанного, чтобы получить усиление комплекта. Четвертое, вон даже он. Я покажу, где находится. Если вы получаете уже имеющуюся у вас реликвию, то она приобретается в звездном камне. Тоже зеленого нельзя даже. Тоже цвет. Звездные камни тоже цвет, что реликвии. Используйте для повышения ее звезд уровня. Реликвия делает на 4 категории. Делится. Для каждой из категории которых установлен максимальный звездный уровень, зеленый, звезд синий 4, фиолетовый и золотой 5. Окей. Золотые там звездные синие, понял. Ой, сори за такой. Я не знаю, почему игра не загрузилась. Эх, ладно. Есть, давайте сделаем рекламу для спонсора. И также Discord, скажу, наш Discord официальный. Покажу, где можно его найти. Так, заходите в игру зубом. Age of Apes, да, точно. Перепутай сам игры, а то перепутаешь. Итак, сейчас зайду, значит, на канал свой. Пока месяц там уже игра, подпишитесь на канал Max Risk, Age of Apes. Пока вы подписывайтесь, смотрите ролики еще новые. Интересно, вам Age of Apes понравился, чем Бритвадже, как ты понимаешь. Ну, Бритвадже вам тоже нравится, кстати. Значит, 100 просто вот на больше. Прям 100 тысяч. В общем, потом будем снять еще продолжение Бритвадже, как я понимаю. Также, вкладки, также Discord, да, Discord. Заходите, любой ролик там, неважно, любой ролик, вот он. Ты кроли нуб, тут даже Age of Apes, вот арочка. Ну, в общем, посмотришь канал. Вот Discord первый, называется Discord. Также есть Discord, если у вас нет электронной почты. Заходим в первый, я открываю, вы там заходите, захожу в второй. Первый. Вот. Второй. Вот. Значит, мало, конечно, закрываем, дабы сразу закрыть. Тот с электронной почты, но я как администратор, я могу зайти. О, уже загрузился. Окей, в общем, рассказываю про мой канал. Также ходи в вкладке каналы есть. И официальный YouTube канал Max Risk. Где идет стримы Ninja и рассказывается интересные смешные истории. Вообще, заходите, тут у нас чаток есть, чаты Age of Apes, чаты что-то еще, чат интернета, чат ролики, Баруто там, Age of Apes, вон здесь. Свой, блин. Загрузись там, о. Вкладка. Всем удачи. И всем привет, меня зовут Макс Риск. А че вы думаете, так обычно? Нет. Сегодня мы будем играть в игру Age of Apes. Play Games, здесь Max Risk. Берем такой вот уровень. Поменьше. Мы должны сейчас убить кого-то. Убить, блин. Точнее, уничтожить этих мутантов. А потом уже и выполнить квесты. Нажимаете на максимум. Проще простого. Это хорошо. Потом нажимаете на улучшение. Вот, вот она штука. Покажу потом. Сначала нужно улучшить это все дело. Штаб банды, это перевозка там и квест выполняется. Все, 37 минут ждем, когда будет выполняться. Собираю войска для будущей атаки. И для чего нужны войска? Изи. Для того, чтобы эти шарики использовать, как это называется, сертификаты. В общем, которые помогают новичкам. Вон на штука называется. Штука называется рубежи. Космические рубежи. Читайте информацию. Космический рубеж, что это такое? Исследование никогда не заканчивается. Никогда. А, перевопроходцы, перевоходство, да? Перевопроходство.
отцы навсегда остаются в памяти награды. Это награды. Вот. Сейф, кейс, кто? Как там в мультфильме Трансформер Прайма? Артефакты. Да. Собираем артефакты. Первая серия, вторая серия, третья, четвертая и четвертая серия. Первый артефакт, значит, был Арси и Бамблби. Второй там, я вспоминаю мультик. Второй, значит, там был Балхат. Рэтчет был, Рэтчет и второй, третья серия, по-моему. Вторая серия была Оптимус Прайм, а третья серия Рэтчет и этот его спасной врач, врач это Рэтчет и какой-то еще один чувак, я его не знаю. Разрушитель, как там его, белого ниндзя. Самурай, очень как-то его зовут. Также в третьей серии, так это будет три серии, четвертая серия Бах. Ну понятно, было. Ой, блин, сори, за шум. Точно, ты не припрыгнул, можно в Оптимус Прайм третьей серии, а второй там. Это Рэтчет и с дружком разрушителем. Возможно, да, потому что помню там еще был разговор. Да. Вторая серия. То есть, правильно, первая серия автор Арси и Бамблби, вторая серия Рэтчет и какой там еще разрушитель. Третья серия Оптимус Прайм. Четвертая серия Балхат. Так, продолжай уже. Классно было, кстати, сказать это все. Навсегда отсутствует в памяти награды. Здесь записаны все важные события космической гонки, все чудеса, которые происходили и происходят прямо сейчас. Готовы открытие каждого примату, чтобы за хачеты взглянуть на них. Кто захочет? Конечно, я хочу. Заходим. А, блин, не то. Сори, не то. Где эта штука называется? Ждите. Так я ж помню, блин, нужно построить ее еще, кстати, да. Так, ну скажи, где она? Сейчас, подождите, это не тот север, блин. Вон он. Прокачанный аккаунт. Сейчас покажу кое-что. Давай, Ютвейп, сооружайся. Сейчас покажу, это не то было, я считаю, что другое, ну ладно, в принципе. Так, то же самое, друзья, отправляйте в бой, вот так вот, в принципе, но ему не сильное. Так что, не, ну можно пару армий там и раскидывать по другой армии, давайте. Войска отправить, также отправляем супермаркет. Так, это супермаркет, там еще бутерброд, слушай, давай. Первый пойдет сейчас, сейчас первый красивый такой. Раньше такой не было, раньше вот такой себе игрок. А теперь красивый, блин. Ладно, хай будет. Отправляй. Дальше мы идем за железом. О, сообщение. Это что, побей врага? Нам Ярик пишет. Ура, молодец, Ярик. Пошли. Уже на базу вернулись. Ну то быстро. Пошли, давай прокачаем. Что нужно? 7 часов. Окей. Нажимаем. Давайте. Все нажимать нужно, друзья. А потом уже рассказывать. Да, геймплей потом. Вам же нужен геймплей. Так, это что у нас? Воскресенье. Куда тут? Не знаю, делать стрим, не делать. Хотел раньше делать стрим, но вижу, статистика упала, думаю, зачем. Так что только я буду там смотреть стрим. Может там пару человек зайдет. Думаю, зачем мне это? Давай, когда будет уже большое онлайн. Большое вообще. Так, изучить. В общем, идем. Сюда штука называется Зал Чудес, да? Так называется. Первая информация, читаем. Зал Чудес, что это такое? Исследуется для демонстрации различных предметов, которые собрали обезьяны. Выставляются предметы, могут давать усиление за демонстрацию. Усиление, слушайте. Нажимаю эту штуку. Опа-на. Обнаружена реликвия. Это, да, прикольно. Сканера 10R, у меня еще ничего нету. Но Сибильская Зоина. Следующая реликвия через это находящаяся реликвия, можно его найти, можно пропустить. Не ему пропускать, мне только тут не хватает хоть. Вот где-то выбить нужно. Тут Бакупоту, кстати, есть. Не знаю, вообще нового персонажа не достиг. Ладно, так что быть. Хай будет он. Тут еще один ниндзя.
Прикольные эти приключения. Кликбейтные, как я, да? Блин. Ладно. Кто начал первый? Я, да? В общем, вот акция, но, блин, это много. Мне вообще их нет. Не знаю, в будущем будем покупать. Ну, если прям будем, ну, наверное. Так, нажимаем второе. Книжка. Что-то значит книжка. Это, наверное, акция. Сейчас пишется у нас усиление, блин, то, что я взял, сила реликвии там улучшится, офигенная штука. Наши книжки читайте, друзья, нужно читать, блин, обязательно. Так что, вот, читайте везде. Это инфо. Прикольно. А, добавлена звезда, добавь звезду. Чё нельзя, потому что не хватает камня. Штук камня нужно быть. Ящик один. А, ё-моё, я камни добыть. Так же самое. Получить реликвию можно, камни. Получить реликвию можно, обнародовать реликвию. И недельная готовность. А ну-ка, где это все? А. Так нужно искать ее вообще. Понял. И также, что если по квесту, что правда. Так, что у нас такое? Шанс производства. Отлично. Это все бонусы, то что я находил, вообще так изи. Ну как изи? Эпические говорят, что синие, зеленые вообще фигня, синие такое, да? Для этого лучше там по звездам, как я понял, да? Да, правда. А желтый с фильтром лучше, не понимаю, почему не беру. Это значит, скорость производства, скорость сбора железа, но это, думаю, не важно для меня, так и так важно. Значит, так, о, я уже, это хочу уже. Вообще, собирайте, все, собирайте. Ой, бонус там, класс. Как брался, открываю сундучки. Что там бонусы? Сундучок нужно вам для того, чтобы открыли эту штучку. Чем больше вы открываете эту штучку, тем вы круче становитесь, блин, офигенно. Потихоньку идете к своей цели. Еее! Вы получаете что? Силу 6000, то есть обезьян бесплатно. Бесплатно, вы антиквест получаете дополнительно бесплатно. Обезьяна, это вам гайд. Готово улучшение. Правда, отличная работа. Банан. Уже и не отличная от настоящего. Да, ты становишься моим любимым командиром. Только не говори никому. А, секретная штучка. Потом будем батарейку нажимать, будет все шикарно. Лайк, подписка, вас убивает новый персонаж. Новый персонаж. Нет. Конечно, нет будет. Невезение мне ж. Выдюбаемся теперь. Чему, блин? Ну за что невезение? Хочу нового персонажа, блин, уже. Ролик снимать новый. Нет. В общем, я рассказал про реликвию, нужно как-то прибудет найти или просто. Как мне тут их превью? Вот так вот, да? Может быть так? Можно мне комнату сфоткать, комнату скачать. YouTube. Комнату. Ладно, дайте фотку. Ну это тоже прикольно. Это дополнение. Я опять там, наверное. Сейчас. Рею нужно делать хоть какое-то, да? Слушай, нам нужно. Вот сейчас этим займемся. Давай, фотку. В этом не иди фотку. А я вижу. Опа. Во. Всем потом сделал все, залил там. Поэтому, друзья, всем просмотр, с вами Макс Риск. Всем удачи и пока.